Пилот программы SMP Racing Дмитрий Саморуков первым из россиян принял участие в чемпионате Европы по дрэг-рейсингу, который проводится под эгидой FIA. Начальный этап чемпионата состоялся в Великобритании на одном из самых популярных дрэг-стрипов Европы – Santa Pod Raceway. Защищая цвета команды SMP Racing, Дмитрий выступает в классе Pro Modified на дрэгстере мощностью 4000 лошадиных сил. Автомобиль стилизован под Chevrolet Camaro 1968 года, а его подготовкой занимается российский коллектив MaxRide Motorsport, которым руководит шведский инженер Адам Флемхольц. Я, конечно, ожидал, что управление на автомобиле будет несколько тяжелее, чем Viper, но, конечно, не ожидал, что настолько. Потому что я готовился не просто выходить из 6 секунд в каждом заезде, а готовился так хорошо выходить, 5,8, даже где-то думал, может быть, 5,7, потенциал мотора, коробки, настроек. В начале гоночного уикенда Дмитрий Саморуков совершил 4 квалификационных попытки, преодолев четверть мили за 6,3 секунды, что считается средним для класса Pro Modified. Финальные заезды проходили в понедельник, 27 мая. Дмитрий Саморуков вышел на старт в самом начале соревновательного дня и в 1/8 финала показал время в 6,2 секунды, уступив сопернику лишь 0,1 секунды. Этот временной запас говорит о больших возможностях дрэгстера, который уже готовит к следующему этапу. Машина уже потребовала ухода. Были неполадки в электронике автомобиля, и в итоге, как вы видели, нас сорвало топливную магистраль, залило все метанолом, и я в огненной дымке доехал до финиша. Второй этап чемпионата Европы по дрэг-рейсингу состоится в июне в шведском Тьерпе.